Добрый день, дорогие друзья! Наша программа снова в эфире. Надеюсь, вы помните, как она называется. Марафон 15. Самая главная новость сегодняшней передачи – это то, что мы получили невероятное количество писем на конкурс, который объявил наши передачи «Мой американский 12-летний друг Алекс». Вы прислали очень много писем с сочинениями о своем учителе. Только вы знаете, дорогие друзья, мне кажется, что вам надо проявить гораздо больше фантазии, постараться для того, чтобы попасть в Америку. Вы же помните, что первый приз – это поездка в Америку. Старайтесь, друзья мои, мы ждем по-прежнему ваших сочинений. Я знаю про революцию. Знаю, что Советский Союз распался. Знаю про Сибирь. А я знаю, что в России работают ядерные станции. Если экономика слабая, это опасно. Еще я знаю про лидеров революции Ленина и Сталина. Они сделали революцию, а их сейчас ругают. Это как-то глупо. В Америке очень много людей интересуются Россией. Историей, культурой. Огромное количество газет и журналов выходит на русском языке. Здесь даже есть свой московский комсомолец, только называется «В новом свете». В русском магазине русские продукты. Конечно, есть то, что привозят из России, но в основном продукты, приготовленные по русским рецептам. Соленая капуста или огурцы. Магазин маленький, но всего много. Моя мама покупает здесь хлеб. Его пекут в Нью-Йорке и привозят сюда. Стоит этот хлеб по американским понятиям дорого – $4. Каникулы короткие, всего 8 дней. И побывать хочется везде, например, в Мормон Темпл, в Мормонском дворце. Этот дворец стоит на горе и виден отовсюду. Вовнутрь туда впускают только мормонов, членов религиозной секты. Их называют святыми последнего дня. Секта эта была основана в Америке в начале 19 века. Мне очень интересно подробно узнать об этом и, конечно, рассказать маме. Сюда можно приходить и гулять по парку. В новогодние и рождественские дни Мормон Темпл превращается в сверкающий город. 500 000 этих огней освещают парк. Мы ждем писем с рассказами о любимом учителе. Наверняка многие из вас, особенно мальчишки, мечтают овладеть какой-то экстремальной профессией. Ну, например, профессией космонавта или профессией разведчика. А вот я недавно познакомился с ребятами, которые овладели не менее интересной и не менее опасной профессией, профессией диггера. Сейчас вы узнаете, что это такое. Диггер – это такой человек, который копает, но еще есть такие игры на компьютере и на приставках. Там диггер, он роет всякие проходы и ест всякие изумруды. Диггер – это человек, который работает под землей и ищет библиотеку Ивана Грозного. Диггер – это человек, который лазит под землей. Диггер – это, наверное, инопланетянин, который прилетел из другого измерения. Диггер – это, наверное, такой очень большой. Диггер – это, наверное, тип человека. Диггер – это мужчина, который диггирует. Центр подземных исследований –
объединяет ребят, для которых слово «романтика» отнюдь не пережиток рыцарских времен. Диггеры, то есть исследователи подземелий, спускаются в тоннели, которыми пронизана Москва у нас под ногами. Самый длительный срок пребывания под землей – несколько суток, установил как-то их лидер Вадим Михайлов. Диггерское движение возникло 21 год назад. То есть мы отмечаем 24 апреля свой большой праздник, 21-летний юбилей. А началось все с того, что мой отец был машинистом метро, брал меня с собой вниз. Вот, умер он, когда мне было 12 лет. Но у нас была гора литературы, отец был библиофилом. Именно связанный с кладоискательством, с пещерами, с какими-то местами, где таинственные подземелья. То есть я этим зачитывался. В свое время он брал меня с собой в поезд метро. Много рассказывал о библиотеке Ивана Грозного. И как-то это, я думаю, впиталось, еще когда я был 5-6-летним, все эти вот смены тьмы и света в туннеле, они привели к тому, что какая-то иная культура впиталась в меня, как я считаю. Потом я собрал единомышленников, мы играли в подвалах, как это бывает часто у детей. Но потом поняли, что можем делать больше. От игр мы перешли к философскому осмыслению подземелий. Где-то, наверное, когда мне было 16 лет, я создал первое движение диггеров «Планета Underground», назвав движение диггерством. И постепенно оно стало международным, потому что ребята-диггеры появились у нас во Франции, в Англии, в Америке. Ну, каждый пришел же по-своему. Кто-то хотел посмотреть и остался. Кто-то ушел, потому что ему здесь не по душе. А кто-то, кто принял нашу философию, принял вот эту философию отображения, философию зазеркалья. Ведь у нас даже есть другое понятие о средах, о поверхностной, о подземной. Ничто не может существовать друг без друга. И город зависит от его артерии, от его коммуникации. Поэтому, понимая это, молодежь постепенно поймет, как им жить в этом мире. Потому что мир все больше и больше экологически засорен. Все больше и больше в нем криминального, опасного, отрицательного. Все больше и больше катастроф, которые связаны с андеграундом, с глубинами. И это во всех странах мира. Поэтому объединиться вот на вычищение этих авгиевых конюшен, на новом, что ли, даже руководстве этими подземельями, потому что руководители будущего, они не будут зря впихивать сюда много-много бетона, который потом прекратит свое существование от того, что он сделан некачественно, от того, что люди хотели получить деньги за то, что зарыли сюда в почву. Я думаю, что исследование исторических подземелий, поиски новых кладов, раритетных вещей, это открытие будущего как раз ведет сюда молодежь. Я думаю, вам лучше поговорить с ними для того, чтобы спросить, что же действительно их привело к нам. Мы вместе с диггерами спустились в тоннель на глубину 7 метров. Таких изученных тоннелей небольшая часть. Остальные – загадочные и опасные коридоры, построенные и во времена Ивана Грозного, и даже раньше. Рыцарские ритуалы и волшебный меч могут защитить от затаившихся за поворотом злых сил. Стуки очень многих наук, и даже наши ребята вот сейчас будут исследовать вулканические подземелья острова Пасхи, а он очень далеко от нас. И наши обряды, они связаны во многом с обрядами большой древности. Сейчас здесь есть ребята 18, 17, 16 лет, а вообще в диггерство приходит и 12, и 11-летний. Я знаю, думаю, что порога нет для клубов, которые будут давать компьютерные навыки исследования подземелья и постепенно растить из людей тот симбиоз нужного, ту культуру, которая взрослее станет именно теми учеными, которые по-новому посмотрят на вот этот объемный подземный мир. Ведь и на других планетах, которые люди будут открывать потом, диггеры будут нужны, потому что всегда найдутся исследователи запредельного, исследователи глубин мироздания, на которых замыкается Вселенная и не будет никогда. Диггером может стать любой. Нужно быть выносливым и не бояться замкнутых пространств. Если вы хотите побольше узнать о диггерах, пишите в «Марафон 15». Я в этом движении уже 3 года. Можно всегда находить старинные квады по этим, по рассказам, по подземельям. Это интересно. Диггером не может быть безответственный человек. Любой, да. Боязливый. То есть, ну и человек, который боится замкнутого пространства.
Мой кумир — это Уитни Хьюстон. Мой кумир — это Майкл Джексон. Мой кумир — это Пол Маккартни. Мне нравится королева Марго, потому что она очень умная и красивая. Мой кумир — Толстой, потому что он был достаточно умный, и мне нравятся его рассказы. Мой кумир — это Алла Пугачева, потому что она хорошо поет. Мой кумир — это группа Ванушки Интернешнл. Backstreet Boys. Там еще Cat in the Act. Еще там Spice Girls. Немножко так. Майкл Джексон. Брюс Уиллис. Влад Сташевский. Марк Твен. Единственный в Москве кадетский корпус открылся в этом году. Раньше это был детский дом, а летом на конкурсной основе набрали из разных школ ребят, которые хотят не только носить форму и фуражку, но и уметь танцевать вальс, играть на музыкальных инструментах, фехтовать, знать приемы борьбы и обращаться с оружием. Дисциплина – здесь одно из ключевых слов. Хотя педагоги, в их числе и руководитель кадетского корпуса Владимир Владимирович Кирсанов, строгими не выглядят. А кадеты между собой говорят о своем директоре с благоговением. Мы единственное учебное заведение в Москве, да и в России, судя по всему, среднее общеобразовательное учебное заведение, которое дает военную подготовку как обязательную дисциплину. Обязательная дисциплина. Вам, видимо, известно, что сейчас из средней школы начальная военная подготовка ликвидирована. Значит, юноша к своему совершеннолетию, окончив среднюю школу, абсолютно не готов к исполнению обязанности, которая на Руси всегда была священная. Отечество защищать свою родину. Не готов. Это безобразие. Вот мы даем ему начальную военную подготовку. Начальную военную подготовку. Раз. Во-вторых, у нас боевые офицеры с боевым опытом многие ведут так называемый курс обеспечения безопасности жизни. Есть такой курс. Они ведут не так, как в школах. Они ведут их более, более серьезным, повышенным уровнем трудностей. И помимо этого сборы, вот я вам сказал, летний учебный сбор. Ни одно учебное заведение не проводит таких сборов. Мы проводим военные учебные сборы на базе воинских частей, где они живут по законам воинской части, солдатским законам, едят солдатскую пищу и проходят элементы, боевой подготовки. Я пошел из того, что военное училище, раньше же все элитно было учиться, особенно в кадетском корпусе. Вот. Когда мне сказали, мне понравилось, я пошел сразу поступать сюда. А у меня просто вся семья военная. У меня и папа, и мама, и брат военный, и я, и дедушка, и я по стопам пошел. А кем ты будешь? А я хочу по папиным стопам, я хочу быть летчиком. Тут тяжелее, чем в простой школе учиться. Я старый учился, в нашем. Там было легче, чем тут. Кирсанов Владимир Владимирович, полковник. И вот он в конце четверти выводит всех из строя. Кто отличник? Кто отличник, кто это нормальный, кто без строек. И кого с двойками выводят? В конце года там премию дали, часы военные с кадетским корпусом там. Тебе завидно отличник? А? Завидно тебе? Да, конечно, всем хочется же быть отличником. Вот ты какое-нибудь хорошее дело сделал, тебя уважают, это честь. Или вот как Леша, он хорошо учится, это честь, учится хорошо, его уважают все. Нет, честь с ним, например, сидеть там, чтобы он тебе помогал. Если он отличник там. Ни в коем случае не давал списывать. Он если помогал, то только на словах объяснял темы, но не списывать давал. Кадеты проводят в школе 5 дней в неделю, живут в аккуратных комнатах, попутно осваивая, как по уставу застилать постель, ходят в общую столовую, отдыхают, играют, занимаются в спортивных секциях, даже смотрят видеофильмы. На выходные отправляются домой. Всего учеников пока 140 человек, и обучение полностью бесплатно. Кстати, поступать пришло почти в 3 раза больше, хотя никаких объявлений о наборе и рекламы не было. В этом вопросе, как и во многих других, взгляды кадетов сильно отличаются от современных.
Видимо, глубокие исторические традиции помогают немного иначе видеть сегодняшний день. Атмосфера, которая существовала, вот мы считаем, в уникальнейших учебных заведениях России, кадетских корпусах. Внутренняя атмосфера, где создавалась такая обстановка, которая требовала проявления рыцарских качеств, благородства, мужских лучших качеств, так сказать, способность, так сказать, проявить себя именно на службе государственной какой-то, так сказать, как вы... Иной раз, значит, молодечество, так сказать, здоровое такое. И внутренняя спайка, товарищество. Это было вот самое, так сказать, великое, может быть, и самое главное черта атмосферы кадетских корпусов. Кадет, кадету, друг и брат. Вот мы наших ребят учим защищать честь свою, честь корпуса, честь своей любимой, если хотите, сестры, семьи, матери, родины, наконец. Уметь защищать достоинство, как свое, так и своей родины. Защищать, если надо, так сказать, сильными кулаками, крепкими. Прежде чем мы закончим программу, я бы хотел вас попросить вот о чем. Когда вы пишете «Марафон 15 письма», пожалуйста, отмечайте, какой сюжет вам понравился, какой не очень, а какой вот не нравится вообще. Это будет полезно для нас, и после вашей критики мы обязательно улучшим качество нашей передачи. Но не забывайте наш адрес. 127-300, Москва, улица Академика Королева, 12, «Марафон 15», Жори.